И добро пожаловать, ребятки, мы возвращаемся в игрушечку Scary Teacher 3D. Как вы помните, там были три новых уровня, и мы их все прошли, и как бы уже завершили полностью игру. Ну и тут я просто в афиге. У нас тут выходят просто капец какие грандиозные обновления в этой игре. Я вам сейчас, короче, все покажу и расскажу. Смотри. У нас в уголочке не было вот этой фигни, как бы плеер. Игрок, как бы смотри, у нас тут появились новые аватары. Как бы вот вы помните этого парня, все. Он и был у нас, мы им играли. И появилась новая девушка Тани. То есть мы можем сыграть девочкой, понимаешь? У нас был только парень, а тут новый скин девочка появился. Окей, мы сейчас им тоже сыграем, посмотрим, что к чему. И... смотри, еще я заметил, какая-то стилистика появилась, как бы на всех вот этих значках, Scary Teacher и так далее, появились какие-то такие углы ободранные, как бы, ну, я думаю, кто-то это дозаметил. Я это сразу заметил, потому что этого не было раньше, как бы, такие сколы появились... на этих значках. Окей, поехали, смотри, просто я офигел, когда сюда нажал первый раз, и посмотрите, тут есть глава первая, глава вторая, глава третья. Ну и короче, я знаю, как вам нравится эта игра, она мне тоже охрененно заходит, так что сейчас будем проходить. Смотри, у нас глава первая, я тут маленько поиграл, вот прошел несколько уровней, ну как бы эти уровни нам понятны. И кстати, этот уровень, эти два уровня с музыкальным каким-то концертом и с крысами, его, их убрали почему-то, я не знаю почему, но это вот почему-то сделали. Ну, слава богу, мы прошли, так что кто не видел прохождение, посмотрите эти эксклюзивные уровни. Окей, смотри, значит, тут глава первая, все, в принципе, тут ясно, что... все уровни такие же, как и были раньше, и смотри, у нас и появилась глава вторая, и глава третья, ее можно купить, ее только можно купить, и тут какой-то, смотрите, со Scary Teacher сидит какой-то мужикан, я вообще такой офигел, думаю, ничего себе, и тут Coming Soon, то есть игра будет развиваться дальше, то что может будет и глава четвертая, и пятая, и так далее. В принципе, погнали, глава вторая, у нас тут три новых уровня новогодних, значит, тут училочка у нас что-то ездит на конечках, на коньках, и елочку украшает, и что-то еще, какой-то коктейль странный пьет. Окей, короче, поехали. Глава вторая, первый уровень. Новый первый уровень. Окей, я уже вижу, что нам нужно достать, потому что, смотри, тут соль. Мы можем ее купить за сотку, но мы тратить не будем деньги, так как я тут коплю, и может нам в главе третьей понадобится... все эти предметы, как бы, я не знаю, вот, что будет в третьей главе, короче, будем проходить. Окей. Вау, училка проверяет, хорош ли лед. Все, перфект, отличный лед, все, давай. Окей, у нас, смотри, новогоднее обновление, это очень круто. Это очень круто. И смотри, мы когда прыгаем, я вижу наши ноги, вау, я вижу наши ноги, у нас наш... наша главная героиня ниже нашего парня, как бы, это видно. Окей, погнали, погнали. Я вижу, училка зашла на кухню. Вау, офигеть. Короче, я забыл сказать, вот сейчас мы еще посмотрим новогоднее обновление. Это когда в последний раз мы играли. Так, куда она вышла? Я не знаю, смотри, я бы хотел, чтобы она пошла на второй... о, звездочка. Хотел бы, чтобы пошла на второй этаж наша чокнутая училка. Окей, смотри. Давай пробежимся по дворику, посмотрим, что у нас там. Блин, я просто в афиге. То есть... вау, что это за сундук у нее? Она что, пиратов ограбила, что ли? Охренеть. Так, окей, лед. Лед, лед, лед. Окей, пока она копается, блин... пока она копалась, можно было, как бы сказать, там, тихонько, тихонько. О, это что за фигня? Помните, когда было хэллоуинское обновление, тут мельница стояла, это довольно-таки было прикольно. А сейчас тут вот эта фигня
с Северного полюса. Так, окей. Смотри, сейчас будет подниматься. Отлично, поднимается. Шедеврально, все. Смотри, я так понимаю, нам надо просто рассыпать соль на лед и... Окей, короче, поехали. Ну, я думал, мне придется сейчас долго искать. Ладно, окей, может, что-то да тут надо еще. Я не... Ой, ты че, ты уже тут? Да ну. Окей, окей, тихонько. Так, окей. Так, окей, смотри. Вау, лед. Тихонько, блин. Сейчас эта сволочь выйдет сюда. Тихо, прячься. Отлично, все, мы спрятались. Тихо. Училка должна сейчас пойти и, короче, не знаю, провалиться под лед, либо что-то сделать, удивиться, либо расплакаться. Сейчас мы, короче, на это все посмотрим. Ты чё? Так, тихо. О, все. Так, все, это провал. Да, это провал, мы что-то неправильно делаем, окей. Окей, хорошо, тогда мне придется сейчас разбираться в этой всей фигне. Окей, ребятки, смотри, я сейчас, значит, постараюсь разобраться. Угу. Короче, нам надо, чтобы училка провалилась под лед. Окей, сейчас мы разберемся, и я вернусь. О, ребят, смотри, что я делаю. Я куда-то в графин добавил воды, и смотри, какая елка. Училки башка забита оливьешкой. Новый год у нее продолжается. Смотри, короче, я не знаю, я минут 10, наверное, бегал. Эту соль не знал, куда применить. Она, короче, 100 раз то к сундуку, то еще куда-то подойдет, то там попрыгает, то там побегает. Эта училка везде мешает, и смотри. Значит, что, я добавил лед, лед не растаял. Как бы я добавил соленую воду на лед. И, значит, сейчас должно все быть тип-топ, и училка должна провалиться под лед. У нас училочка подходит к ледику. И сейчас, короче, она должна провалиться. О! Смотри, катается на коньках училка. Сейчас, короче... Ни хренашечки. Все, училка провалилась под лед. Офигенно. Офигенно. Шикарно. Вот, кстати, новый персонаж у нас танцует. Довольно-таки круто. Реально круто. Блин, мне понравилось. Так, ну ладно, ребятки, я думаю, на этом мы закончим пока данный левел. Прошли мы только один уровень. Потом еще в двух сериях мы вот эти уровни пройдем, а потом уже перейдем к третьей главе. Так что, в принципе, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал, если видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.